Итак, что я хочу сказать? Я хочу сказать большое спасибо Ютубу, потому что если бы не Ютуб, и если бы не мои блогеры, которых я смотрю, я бы, естественно, и не знала о этих таблеточках. И что я хочу сказать, что я посмотрела Самвела и, естественно, решила сама пойти и посмотреть, есть ли у нас здесь. Да, все у нас есть. Все есть, абсолютно все. Туп и слава цивилизации, которая дает нам большую-большую помощь в каких-то знаниях, в том, что мы, может быть, бы и не знали, а так мы это все можем узнать. Интернет, YouTube и все остальное. Ганку Белона, Белоба называется. Я взяла себе 90 таблеточек, это капсулки по одной каждый день. И что это такое? Вот она здесь по 10 у нас 74 и поменьше 834. Что это такое? Я напишу название. Итак, чудесное дерево гинкго белоба. История этого дерева длиной 250 миллионов лет. Но действующие листья этого дерева. Вот так выглядят листочки. Итак, давайте же посмотрим, что и какие действия этого растения, полезные свойства. Мне не терпится вам показать, я нахожусь в машине. Очень-очень интересно, потому что много-много я для себя вынесла тоже очень нужного, то, что мне нужно. Может быть, кому-то это тоже поможет. Итак, ну, прежде всего, то, что это связано с кровеносной системой, очень много разновидностей, значит, снижает хрупкость сосуда, предотвращает кровоизлияние в сетчатку, роговицу глаза, инсульт, инфаркт, расширяет просвет от артерий, вен и капилляров, уменьшает вязкость крови и тому подобное, антиоксидное, противовоспалительное, еще как бы это работает, далее мочегонное, я немного пропускаю, регулирует обмен углеводов, повышает выработку инсулина, это тоже очень важно, кстати, понижает холестерин, снижает уровень мочевой кислоты, антидепрессивное действует так же само, сохраняет интеллект, улучшает уровень холестерина, вернее, улучшает проводимость нервного импульса, повышает энергетические возможности организма и так далее. Это растение очень хорошо для страдающего пенсионера и усталого студента. Потому что оно дает работоспособность, улучшает иммунитет, дает такое чувство радости. Далее. Не рекомендуется детям давать до 12 лет, склонность к кровотечениям и, естественно, мамочкам беременным, кто кормит грудью. Далее. Ну вот еще пишут дополнение, что врачи Европы ежегодно выписывают более миллиона рецептов с препаратами чудо-дерева. 60% пожилых немцев и 70% французов уже принимали гинкго белоба. Гинкго белоба – дерево Токио. Плюс ко всему этому еще применяется в косметических целях, то бишь это для лица, уменьшает морщины, снижает раздражение, делает кожу эластичной. И плюс ко всему этому еще говорят, что это дерево, дерево молодости. Ну вот на этом и все, дорогие друзья. Если вам это будет тоже полезно, я буду очень рада, что поделилась с вами этой информацией. Еще раз спасибо большое нашему дорогому Ютубу. Вот так оно выглядит, это дерево. Приятного всем просмотра. Еще раз показываю, это капсулки. Сейчас я покажу, как они выглядят. Вот так вот они выглядят. И что значит? Сказали, что принимать надо по одной капсулке каждый день. Не имеет значения, когда. Утром, вечером, перед едой, в общем, любое время.
Проглотили и будьте здоровы. Своё дело делает.